Уезжу там 9-й месяц, 9 месяцев назад вы были вместе, блин, какая же это тупая песня, блин, зачем я послушал этого интервью с этим дидем, блин, ох, кошмар, что с моими мозгами, а мне было тогда хреново еще, я таблеток. Таблеток тогда еще не принимал. Я посмотрел это интервью. А сейчас я принимаю это, ну, после курса таблеток я не смотрю вообще ни фейса, не слушаю никого, не смотрю блогеров. Понимаешь, какое изменение положительное. Уже 5 месяцев где-то не смотрю этих блогеров, или 3 месяца. Но отголоски все равно остаются, например. Ну, то, что я сейчас говорю, вот это все эхо, отголоски, ну, отдаются мне вот эти все мемасы там, типа. Озонно. Озонно. Че думал, так просто выйдет? Давай один на один. Либо ты ляжешь, либо я. Че думал, тебе слова так просто сойдут? Озон, я озонно. Вот он, малолетний дебил. Будете смеяться? Будете смеяться? Попрошу Ивангая рассказать о том, как скручивает просмотры. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А мне не смешно. А мне вот не смешно. Короче. Аежи. Короче, вся эта дичь меня преследует до сих пор. Сколько я уже не смотрю этот YouTube, не слушаю их, этих дегенератов. Все равно, блин, донатных дегенератов, философов, толей, прочих там, до сих пор преследует. Представляешь, это ужасно. Все, короче. Еще этот богосатана Абдулов преследует меня вообще жестко. Богосатана Абдулов, это мощь, да. Помню, с девушкой, когда встречался в Москве, рассказывал ей про бога. Не, нельзя смеяться. Про богосатану Абдулова рассказывал своей девушке. И мы смотрели эти иконы Абдулова. С ним, ну, остановились, короче, в гостях я на компе там или где богосатаны иконы показывал ей, представляешь, своей первой девушке, которая была 18 лет девственницей, и у меня 3 года отношений были, теперь я собираюсь спрыгнуть, потому что она меня разлюбила. Богосатана Абдулов, пожалуйста, помоги мне, серьезно. Ой, то есть просто богосатана, помоги, прошу тебя, кровинка. Хоть что, помоги мне, блин. Я вздыхаю. Это серьезно, это я уже не шучу, блин. Мне реально хреново без моей девушки. Без девушки мне хреново, блин. Ей нравилось, как я рассказывал про Богостана Абдулова, блин. Тогда ей все нравилось. Теперь. Все. Кошмар, я скоро сдохну без нее, без тебя. Блин. Я не доживу 3 лет. Скоро сдох. Помогите, пожалуйста, помогите мне. Я скоро сдохну, блин. Я каждый день не страдаю по ней, мне грустно, я не могу ничего делать. Можете называть меня хоть кем там, эти МДшники. Пиздяков, поздняков. Дизлайф нормальный. Счет есть нормальный. Один там нормальный, но он бы меня ничтожеством назвал, что я страдаю. Да блин, ты не представляешь, сердце художника. Ты не художник, блин. Я художник, я не могу, я страдаю. Хотя ты сам говорил, что сталкивался в жизни с скрипачом.
И он там офигеть как страдал, блин. Ты не понимаешь, творческие люди страдают ужасно. Володя Батхёртов. Творческие люди страдают ужасно, блин. Ты сталкивался со скрипачом, он страдал по девушкам и в итоге сдох. И я тоже страдаю, я художник. Еще и скрипачом, и скрипач еще, я был скрипачом. Понимаешь, как я страдаю по своей девушке? МД-блогер Володя Батхёртов. Прости уж меня. Ты не любишь Христа. Ну, блин, я реально скоро сдохну. Пожалуйста, помогите, расскажите это всем. Я скоро сдохну, я спрыгну с крыши. Вот она, крыша, с которой я спрыгну. Пожалуйста, блин, помогите мне. Мне действительно плохо. Ужасно. Это, блин, я не прикидываюсь. Мне не смешно, блин. Это не шутки, это не мемасы, блин. Реально. Все. Я Александр Алёнин, художник. Тихон Мышкин ВКонтакте. Помогите, пожалуйста. Я умираю. Я русский человек, я без девушки умираю, как говорил Володя Батхёртов. Пусть он сделает на меня обзор, блин. Он ничем мне не поможет, обосрёт меня. Но ты должен понимать, что я, во-первых, скрипач, а во-вторых, я художник. Это вдвойне сердце ранимое. Можешь хоть скидку сделать на это? Нет? Скажите, чтобы дизлайк сделать на обзор. Я скоро спрыгну за девушки. Я расскажу все. Я расскажу все, что было. До всех подробностей. Мы в ванне вместе лежали. Там кое-какие подробности я расскажу. Все расскажу, блин. Когда сдохну. Я реально сдохну, блин. Расскажите дизлайку, расскажите всем. Расскажите этому. Как он там. Забыл. Гараж, что он там назывался. Блин, я его смотрел, даже видео его выкладывал. Скажите всем, блин. Помогите, пожалуйста, мне. Помогите, блин. Помогите. 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 На улице никого. Потому что меня никто не слышит. Помогите. Смотрите, что я рисую. Помогите, пожалуйста. Это еще просто зарисовки у меня. Посмотрите, какие у меня картины, блин. Сначала, прежде чем обсирать меня, посмотрите, какие у меня картины нормальные. Плюс на скрипке я играл. Ну, помогите, пожалуйста, я умираю. Мне кошмарно, я умираю, блин. Я умираю. Пожалуйста, помогите. Русские люди, помогите. Зарубежные люди, помогите. Хоть кто, помогите, пожалуйста. Пожалуйста, помогите, блин. Я художник, я скрипач. Я реально скрипку очень могу показать, диплом, там, ну, корочку. На скрипке, знаешь, как сложно играть, там никто из моей группы не окончил скрипку, только я. Я продолжаю рисовать после того, как меня заставили уничтожить мои пейзажи, издевались сколько раз, пожалуйста. Скиньте видео, где надо мной издевается эта тетка Федорова это. Зайдите на мой канал, там популярных видео. Скиньте Дизлаеву, Володе Батхертову. Только Мигана еще не скидывайте, он просто занимается шоу и издевается над мужчинами, как сказал Дизлаев. Пожалуйста. Помогите, чем можете, расфорсите. Помогите. Мне плохо, я умираю, блин, я умираю. Помогите, пожалуйста, это не шутки, блин. Я не могу ничего есть. С тех пор, как девушка меня разлюбила, у меня еда гниет внутри меня. Я приходится специальную таблетку запивать, чтобы еда не так гнила. А мне, блин, пожалуйста, помогите. Пожалуйста, помогите, я на колени встану, пожалуйста. Блин, это смешно выглядит, но пожалуйста, помогите, блин, вот я встал на колени перед вами. Блин. Пожалуйста, помогите, я сдохну скоро. Пожалуйста, помогите. Я скоро сдохну. Я клянусь, я не спекал.
все. Почему он крыша дома, от которой с которой буду спрыгивать? Пожалуйста, помогите. Я в отчаянии, прошу помощи. Это я сейчас не рофлю, не сарказм никакой, никакие ничего. Это все серьезно. Я трезвый, блин. Я трезвый. Пожалуйста, помогите, блин. Я не курю, не пью, не принимаю таблетки. У меня нет денег даже на таблетки. Смотрите, у меня нету. У меня осталось только два санокса и еще там феназепам. Но они не помогают. Они помогают только уснуть, и то не очень. И то не помогает. Да. Ну, короче, я принял вчера два ксанокса и стал плакать. Я не прикидываюсь, я серьезно плачу, мне плохо. Если у вас есть сердце, если вы человек... Будьте же вы людьми, ну, это понятно, что это смешно звучит, но будьте людьми реально, ну, помогите, пожалуйста, мне реально плохо, блин, я не шучу. Я не могу, по поводу работы ты скажешь, я не могу найти работу здесь, я снимал видео, как я подхожу, хожу по городу, ищу работу, меня отшивают. Я хожу, ищу, где преподавать, меня отшивают, я персона нон грата, блин, это серьезно. Показать тебе мои картины, посмотри в интернете мои картины, там офигенные пейзажи на моей странице, полно картин. Бесплатно, с 17 лет рисую для своего города. Можешь хоть на это, хоть сжалиться надо мной, хоть по-доброму отнестись, когда ты будешь меня разносить, Володя Ватхертов, Дизлайф. Пожалуйста, скажите им, как Федорова напала на меня, и скажите им, что я с 17 лет рисую бесплатно для города, что я скрипке окончил, могу показать корочки, что у меня макулодистрофия, сетчатки глаза, глаз обоих, я плохо вообще вижу, у меня пятна в глазах вместо... Вы видите нормальный мир, я вижу пятна темные по центру, но по бокам я вижу. Скажите им это, пожалуйста. Им пофиг. Всем пофиг. Я сдохну. Они скажут, пусть сдохнет очередной слабак. Александр Алёнин.